Доброго времени суток, дорогие зрители и подписчики канала, с вами Локи, и сегодня у нас в преддверии перенесенного матча 34-го тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед против Ливерпуля. Вы, друзья, в комментариях пишите свои прогнозы на этот матч, как вы считаете, с каким счетом он завершится и кто победит, ну а позже мы узнаем, каким результат будет в жизни. Ориентировочные составы взяты исключительно из данных в интернете, в жизни они могут отличаться. Ну и давайте начинать. С центра поля эту встречу начинают футболисты Манчестер Юнайтед. Поехали. У нас 5-я минута и уже штрафной удар. Бруно Фернандеш у мяча, 22 метра до ворот. Разбег, удар. И это, ребята, 1-0. Не потащил этот выстрел Алисон Беккер. Бруно Фернандеш выводит свою команду вперед уже в самом начале этого матча. И я думаю, нас ждет жаркое продолжение этой встречи. Красиво исполнил притирочку со штангой. Дотянулся Алисон Беккер, но не смог вынести как следует этот мяч. В итоге влетел еще и сам в штангу. 1-0, МЮ выходит вперед. 9-я минута, и вот уже атака Ливерпуля. Дойдет ли дело до удара? Удар по воротам есть, но здесь Хендерсон спокойно забирает мяч намертво. И уже ищет партнера в центре поля. 20 минут позади, Ливерпуль продолжает свой натиск. Они пришли в себя. Робертсон, подача на дальнюю. Здесь снова здорово действует голкипер. МЮ выносит мяч кулаком на угловой. У нас 30-я минута матча. Ливерпуль взял футбольный снаряд под контроль. Снова левым флангом. Снова Садио Мане. Бьет Мане. И какое спасение от голкипера Манчестер Юнайтед. Казалось бы, сейчас Мане закрутит в дальний, но нет. Еще одна подача, и здесь уже защита МЮ играет на вынос. Передача, и Роберто Фирмино сравнивает счет. 34-я минута, Ливерпуль все же додавил соперника. Не успел отыграться до перерыва. Оставили здесь совершенно одного Александра Арнольда. Он прострелил в центр, и здесь Бобби Фирмино не имел права не забить. Кавани прокинул мяч, попытался переправить ближе к вратарской, но его успели накрыть. До Бруно Фернандеш мяч не дошел, и вот уже МЮ начинает прессинговать соперника у их ворот. У нас начинается второй тайм, МЮ вышли довольно рано вперед. После этого Ливерпуль забрал себе мяч. Смог сравняться за 10 минут до конца первого тайма. И, в принципе, игра была на встречных курсах. Посмотрим, чем нас порадует второй тайм и смогут ли команды забить еще. Пошла подача на дальнюю. И здесь успели защитники Ман Юнайтед отбиться. И теперь пытаются выйти в контратаку. Поль Погба. Передача пяточкой на Фреда. Бруно Фернандеш. Снова Фред. Поль Погба, тонкий пас на Кавани, но здесь успевает Алисон Беккер, и атака заканчивается ничем. Очередной выход Манчестер Юнайтед, Ван Бисака бьет по воротам. Отдай передачу в центр, там Кавани мог расстреливать уже пустые ворота. Но Ван Бисака бьет, Алисон Беккер спасает и угловой. Опасный момент, удар по воротам, еще один, и Ливерпуль выходит вперед. Это Оксли Чемберлен. Именно он забивает гол. И за 15 минут до конца выводит Ливерпуль в лидеры. С первой попытки смогли накрыть удар, но дальше мяч отскакивает снова Чемберлену. И он уже расстреливает ворота без каких-либо помех. 2-1 в пользу Ливерпуля. Еще одна атака Манчестер Юнайтед. Бруно Фернандеш. Как же здорово он убрал защитника на одном движении и пробил, но в очередной раз голкипер Ливерпуля спасает. Главный арбитр этого матча добавил 2 минуты, они уже практически истекли. Мяч в ногах футболистов Ливерпуля. И я думаю, на этом все. В нашем прогнозе побеждает Ливерпуль со счетом 2-1. Вы пишите свои прогнозы в комментариях, поддерживайте видео лайком. Ну а с вами был Локи, огромное спасибо за просмотр и поддержку. Увидимся, пока-пока.